Если спросят меня, где взяла, я такого мальчишку сладко, я отвечу, что угнала, как чужую машину девятку. Угнала у всех на виду, так открыто, что обалдели все, ни за что ты имей в виду, не верну тебя в бывшую владелице. Что ты смотришь? Будто ты смешное пишешь. Влад, это финал, здесь нужно удивлять. Удивлять так удивлять, пожалуйста, ну-ка, ручку, опа! Саша! Так это финал, удивляем. Это же девушка. Да ладно, ради финала пусть тащит. Ну. Друзья, давайте втащим юмора! Аплодисменты вместе! Человека на пешеходном переходе. Представьте, самый культурный ОМОНовец. Телепередач, но не всегда из этого что-то хорошее получается. Итак, на белорусском шоу «Голос». Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко Коля в школе получил двойку. А я тебя предупреждал, а я тебе говорил, что на стараться лучше, понимаешь, а? Я в школе двойку получил. И тихо, сынок, двойку он ставит, а? Друзья, а мало кто смеется над шутками учителей, но в учительской происходит совсем другая ситуация. А я говорю, лес рушит! Тихо-тихо-тихо-тихо! Петров, принеси дневник! Я забыл! Аккуратно, ты не забыл! А я на физкультуре. Но? Говори, короче. Но? Извините. Говорю на физкультуре. Петров, подожди 40 раз. Он говорит, не могу. Я говорю, а в армии ты тоже так скажешь? Вообще не смешно. Да это было очень смешно, что вообще не смешно. Татьяна Петровна, а куда журнал ставить, а то я забыл. А в армии, ты мог так сказать? Подебил. А в семейной жизни возникает, ну, очень много вопросов касаемо рыбалки. И чтобы их всех разрешить, просто один раз свозите свою жену на зимнюю рыбалку. Дорогой, я тебя не понимал. Я тебя запрещал. Дай хряпнуть. А зачем на рыбалке водка-то? Можно ж ты чаем согреться, да? Ну, может, у друзей твоих есть. А зачем мне друзья-алкаши? Дорогой, я тебя умоляю, поехали домой. С рыбалки без рыбы? Ты с ума сошла? Что скажет твоя мама? Идиот! А вы вообще молчите, Ольга Петровна, то не вытащу! Друзья, ну а мы переходим к нашему...
нашей любимой рубрике «Быстрые миниатюры». В кризис все зарабатывают как умеют. Путана на трассе. Сколько? 50. А лисички? Лисички 40. Очень молодая мама. Дочка, ты уроки сделала, а ты? Влюбленный парень под окнами своей девушки. Юля, это тебе! Сам туда иди! Муж назвал в постели жену кличкой собаки. Ну а что ты скулила, Валера? Футболист сборной Эстонии по футболу Сергей Парейко смотрит дома очередной матч. Итак, сборная Эстонии пропускает 5-й гол. 0-5 наши проигрывают, друзья. Да, это очередной матч. Друзья, ну и напоследок. Сейчас стали очень популярные свидания вслепую. Итак, на одном из таких свиданий. Алло, Анжела. Да-да-да, я на месте уже. А как вы меня узнаете, я буду с Розой. С нами, с белорусами, дружба завязана только по любви. Но не из-за денег же. Ну да.